по-свору рожене. Цю ніж по правді вам глаголю один із вас продасть мене. Та встав Петро і каже: Боже, сказати правду я скажу. Поздрадять всі тебе, я душу мою за тебе положу. І відповість їм чоловічі, чи можеш ти мій хрест нести? Не проспіває півень двічі, як тричі відречешся ти. Нехай не мучить вас тривога, за смуток радість я вам дам. Я йду далекою дорогу, що місце приготовить вам. До мій отця ясні оселі, коли прийде ваш смертний час. Там дні щасливі, дні веселі, життя та вічне жде всіх вас. Дякуємо, сестри, дякуємо, браття, дякуємо кожному з вас, що Господь нам дав змогу бути перед Господним. Ми чули сьогодні багато цікавих слів, приємних слів, сказаних для нас, для кожної з нас, щоб ми. Ну, обычно люди говорят, о, так не можна похвалити, бо улетіти. Ну, я ще улітаю, ще не бачу. Може, ти хто-то де-то літить, а я знаю, що Біблія каже, що будем внимательні друг другу, пасля до любить добре життя. Щоб наші уста служили не для роздору, щоб ми не клевещали, не сплетничали, не зласовували, але, як сьогодні брат там сказано було, Юрій, щоб ми благословляли, щоб ми старалися говорити приятне, нужне, хороше, добре. І Господь, друзі, нас не оставить, повірте. Він хоче зі своєї сторони все зробити, що нам було добре. І сьогоднішнє служіння наше, спілкування, 9 років ми разом, 9 років Господь дав, ну ми більше, ніж 9 років разом, тому що ми були в фонді, і Бог нас благословив. І сьогодні маючи таке хороше спілкування, общення в одному духі, за віру євангельським, проходимо слово, розказуємо, підбадьорюємо один одного. І я прочитаю місце писання, тому що ми приходимо до логічно завершення нашого служіння, до вечері Господні, потім смачний обід. Пока обеда нет, костер не горит, поэтому у нас будет такая напрямка. После вечери Господней будет операция бутерброды, кава, капучино, соки, компоты, а потом смачный плов. Але перед тим у нас перед нами ще, я хотел бы, друзья, перед тем, что я посчитал, перед тем, что я сказал. Я хочу, щоб ми були в одному духі. Що ми в одному духі? Якщо один брат сказав, прямо сказав, я вам говорив, я проповідь даже готовий цілий. Він сказав, брат, ми з тобою, ми не в одному духі. Я ж удивився, настільки, я сам думав, слушай, когда-то ми разом їздили, проповідували. А, значить, у тебе щось помінялося, брат? Ну, извини, якщо ти бачиш, ти, може, ти не прав. Я знаю, что я тому духе, который я покаялся, принял Господа и живу с ним, и у меня проблем нет. Поэтому я хочу, чтобы мы так вот здесь находящиеся знали и говорили, что да, мы в одном духе, в одном духе. Что между нами нету ни раздоры, ни таких, я не знаю, что там, и ненависти и тому подобное. Я не понимаю, как могу я ненавидеть Вадима и сидеть рядом, еще рядом. Ну, так не бывает. Это называется лицемерие, это называется, я не знаю, еще я как-то много слов можно сюда добавить. Нельзя это. Если мне что-то препятствует, я должен подумать, брат Владимир, извини, брат, ну, я до тебя маю какие-то проблемы. Или ты такой, или всякой, или так, или всяк. Да, у меня есть замечания, которые я делаю, и он радостно принимает меня. Да. Радостно принимать. Есть там, если претензии, я сказал ему, понял, все окей, все хорошо, все добре. Ну а что же может мне приказать, чтобы я не сидел рядом?
что я его не обнимал, не привитал, не держать. Что еще может быть такое? Ну что может сестру Веру не дать общение с сестрой Марией? Вот скажите, мне не приходит в голову. Ну они общаются, они вроде непогано, так? Общаются, есть что-то? Слава Богу, да? Вот так между нами, друзья. Вера, Тамара Степановна, что может нас с вами сказать? Что может? Ничего не может, если мы с вами откровенны, честны, праведны. Это само статуя Божьего. Я могу сказать, Климка до Юры, до каждого из нас. Поэтому, друзья, эта вечеря Господня, как раз это такой момент, как брат сказал, мы переглянули себя, посмотрели, что со мной непорядку. Может, за Володя? Может, Володе усы мне не нравится, и это усы мне раздражает весь час. Ну иди скажи, брат, я уверен, он поврёт. Правда? Если я это... Поврёт. Может, моя борода кому-то не... Скажи, я уже перед вечерей пойду поврёшь, так и быть. Даже усы поврёю. А может проще смириться? Да, можно сказать, от чистого сердца. Але я готов, честно. Потому что усы, борода, не мають ладу надо мной. Бог дал, Бог забрал. Так что, нема проблем. Я к чему, друзья? Я хочу, чтобы, когда мы будем участвовать в вечере, мы были щири и лукавы. Поймите, не лукавство, Богу не угодить. Не можно этого робити. Поэтому я прошу, и будем молиться, да? Я просил бы, чтобы, если кто-то с кем-то, может быть, мало ли, жизнь такая всякая бывает, примириться. Ничего не достоин тому, чтобы я подошел и обнял тебя, брат. Я люблю тебя. И обнимал, и даже лоб целовал. Да. Никто мне не может, что мне может препятствовать, скажи, что мне может так делать? Ну и что, мы люди, мы можем споткнуться, мы люди, творение Божие, члены церкви. Поэтому, дорогие братья и сестры, я хочу от всего сердца, что между нами, правда, в вечерю Господню будут участвовать те люди, которые приняли водное крещение на Ростовом улице, але мы должны, куда бы не было, в какой церкви не было, мы здесь в одном, я сказал, Духе Божьем, Господнем, и поэтому мы не проповедуем еще Христа. Христа распятого, который был распят для нас и воскрес, чтобы мы прославили его. Я хочу прочитать его слова, самого Господа. Написано, когда они ели, они сидели здесь, перекусили, вечеряли. Иисус взял хлеб и благословил, переломил и раздал ученикам, сказал, примите, едите, все тело мое. За вас славили. Есть тело мое. И взяв чашу и благодарив, подал им слово, пейте из нее все. Ибо все есть кровь моя, нового завета за многих, изливаемая в оставление грехов. Апостол Павел, ну тут написано, люди коротко написано, что они участвовали и потом спевали и пошли на гору. Апостол Павел нам разъяснял это все, как это все происходило. Господь Духом Святым ему открыл, даже я от самого Господа принял, что ту самую ночь, которую им Бог предал, Господь взял хлеб, вас благодарил, переломили, сказал, примите, едите, все есть тело мое, за вас ломимое, все творите мое воспоминание. И мы сегодня сгадываем тот день, действительно, который Господь Бог распят за для нас, за меня особисто. Я не однажды сказал, Господь, чтобы спасти мне, после землетрясения, великое разрушение в Армении, Бог спас, мне привез сюда, на Украину. И надо было и через мусульманина, азербайджанца, ставшего христианином, Господь коснулся моего сердца, открыл мое сердце. И привел собрание. Ты говоришь, какие путь, такие долгий путь. А каждый может сказать, какие ситуации были, что стало, что однажды Господь и нам открыл очи, каждому из нас. Поэтому Павел говорит, я от самого Господа принял. Дорогие друзья, мы так само, я хочу, чтобы мы зараз поблагодарили Господа, подяковали за цей хлеб, который есть перед нами. Помолились, просили Божие обильное благословение. Хай Бог нас всех благословит и
после вчера заматы, я сказал, будь ласка, примиритесь, чтобы мы чистой совестью сердцем приняли святые Господни, помолимся. Много милосердный Отец, мы Тебе сердечно благодарим. Я дякую Тебе, Господи, что Ты с нами, что Ты ведешь нас, Боже, эти жизненные, важкий, трудный час, Боже. Я дякую за все милости, заботы, ласку, Господь, для нас, Боже, для нашей церкви, Господи, для братьев моих сестер, что признаются, Господи. Я прошу Небесный, что Ты благословишь их хлеб, как тогда Ты взял и возблагодарил. Господи, сегодня мы благодарим Тебе, Боже. И хочем, Господь, чтобы Ты благословил, очистил и освятил, Боже, чтобы мы приняли достойно, Господи Боже, благослови каждого, кто будет участвовать в вечере Твоей, Боже. Благослови, Отче, на все просим во имя Иисуса Христа. Слава и хвала Тебе. А имя Твое будет возвеличено, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Знаете, я руки помыл, потом пришел, чтобы сумнивы ни у кого не было, сатана тоже не спит. Ведь сейчас раздача хлеба, еще раз прошу, будь ласка, чтобы мы достойно принимали. Апостол Павел еще сказал, давайте я прочитаю до конца, и потом мы будем с Господом. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню, недостойный, виновен будет против тела и крови Господней. Потому что, скажем, когда мы едим хлеб и пьем чашу, то смерть Господня вас вещала, которая будет прийти. Но кто не ест, то есть и пьет недостойно, то есть и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощные, больные, немало умирают. Хай Бог нас сам избережет, друзья, и до разрывных хлеба, хай Бог благословит своим шалом. Даже друг. Thank you.
Также чашу после вечери тоже сделал Господь. И сказал, все чаши есть новый завет моей крови. Все творите, когда только будете пить мое воспоминание. Я верю, что не каждый раз, когда участвуем в вечере Господне, не задумываемся, не отдавая Господи, Господи Боже. Сколько раз мили бодрости, сколько раз лишнего говорили, сколько раз лишнего рубили, сколько раз не туда ходили, куда надо, не то рубили, не то дивились, не то сказали. А Господь нам также нагадывает. Нагадывает. И когда вот такое время приходит, мы вспоминаем. Мы участвуем в вечере Господне. Друзья, хай Бог нас благословит, чтобы у нас всегда было смело рука подняли до того хлеба, смело мы взяли эту чашу и участвовали в вечере Божьей. Так вас Бог мне дал совершим молитву за чашу Господня. Братья, Дякую тебе, Господь, за то, що ти приносиш нам добро, що ти нас захистив, що ти нам дав добро, що ти потерпів для нас і дати нам можливість жити, допомагати всякій групі, які кожен день потрібні до нас. Усе тобі, що робляче на слушні, бо це все вийшовити. Участвуємо в цьому Богу, а часу і часу ці протезисти, які участвують в цьому. Дорогі друзі, ми щиро дякуємо Богу, благодарим. Зараз теж без молитви ми нічого не можемо робити. Молитва – це наше життя, час нашої жизни. Де ми не буваємо, які обставини не буваємо, нам приходиться молитися, нам приходиться взивати до нашого Бога і що сказати, що в нашому серці. Я ще раз щиро дякую вам, дорогі брати і сестри, члени церкви. Я дякую Господу, що сьогодні, благодаря вас, сьогодні існує церква Божа. Благодаря ваші старання, да, це життя. Ми часами падаємо, спотикаємося, і, можливо, не так робимо. Я від себе хочу особисто сказати, можливо, дійсно, можливо, кому-то где-то і, може, слишком був суровий, можливо, не щось не так поступив. Так само ви маєте мене простити і молитися за мене ежедневно, ежечасно. Щоб Господь дав мудрості, правильно поступити в наше життя і дорогу. Тому що це життя, ми не знаємо, що з нами через час. Сьогодні угрожали нам, будуть бомбити, будуть все. Але я сказав, ми повинні собиратися, ми повинні. Я знаю, що мій Господь, наш Бог, тут закроє небо. Не дасть нам нічого, нам нічого не случиться. Сатана препятствує, щоб нічого, ми не общались. Ні, а ми навпаки, ще гостей пригласили. Сказали, хай прийде. Якби був би більше, можливо, більше людей ми пригласили. Але я хочу разом вам дякувати Господу за кожен з вас, за ваше присутствие на этом месте.
что Божий Дух нас ведет. И мы даже каждый знает, Он с нами, Он с нами, Он воскрес, Его мимо мертвых. И хай Бог нас благословит и укрепит. Мы зараз подякуем Богу за вечерю, Господню, в которой мы участвовали, и попросим благословения дальнейшее наше общение, это общение уже за чашку чаю и далее. Хай Бог всех нас рядом благословит. Небесный Отец, мы знов и знов перед Тобою, Господи, мы дякуем Тебе, Иисус. Я благодарю чужие, Господь. Мы знали, не знали один родного, Господи, але благодаря Тебе, благодаря по милости Твоей Божьей, мы рядялись, Отец. Я дякую Тебе, Отче Небесный, я славлю Тебе и прошу Небесный Бог, благослови нас и далее. Я благодарю, что Ты сохранил наше небо, наши Украины, Господи, здесь наши места. Благодарю, что Ты, Господи, с нами, ведешь нас, Отче. Слава Тебе, Боже. Благодарим Тебе за вечерю. Благодарю за спихование Тобою, Боже. Благослови нас и далее. Ты знаешь, что мы еще хотим обед. Благослови эту всю процедуру, Господи. Благослови наших сестер, братьев, кто будет участвовать. И за все прими шире подяковать. Ты один достоин славы. Наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Добре, друзі, на цьому у нас перерва часу. За це время, так, сестра Оля, учитывая, що ви сьогодні у нас, як називається, іменинники, ви стані, значить, ви відповідаєте за бутерброди, назначить себе помощники, там є хліб, колбаса, сир, все. А сестра Таня буде мені допомагати готувати плов. Раз ты уже именинник, можешь послужить, уже будут снимать другие. Да, вы, сестры, идите сюда, кухни, брат Виталий вам скажет, что где лежит. И хай Бог всех вас благословит. Друзья, перерва. Мы сейчас застынемся, это поможет нам Бог. Надо хлеб. Все, Оля, назначайте сестер. Так, читайте, давайте хлеб сначала разберемся. Мария, вы стоите. Сестра Вера, вы чуете, чи нет? Надо... Что поставить, завершить? Что не